Здравствуйте, товарищи искатели. Мы играем в первый Borderlands. Проходим игру за кирпича. Проходим основную сюжетную кампанию. Наше задание на данный момент — собрать самогон для какого-то алкаша, чтобы он наконец-то выдал нам очередную часть ключа от хранилища. По мне, так проще было бы его пристрелить. Но, к сожалению, подобного решения нам принять не дают. Поэтому пришли мы куда-то на побережье, где местные бандиты вроде как варят самогон особо знатный. Неужели их самогон лучше, чем мой? Так, а эти вот черти, я обратил внимание, не горят ни хера. Ни хера себе. Тут, по-моему, меня гранатами закидывает. Так, собираем самогон. Только бочек-то раскидано. Электрический дробовик. Я, по-моему, в прошлом выпуске купил электрический дробовик. Да, у меня вот такой 7,7 на 7. На этот 104 на 12. Ни хрена себе. Но этого два всего выстрела в обойме и скорость стрельбы поменьше. Ну да ладно, хрен с ним. Так, ракеты. Ракеты что, не нужны? Так, весь я там самогон подобрал. Продукт ценный. В условиях постапокалипсиса, я думаю, особенно. Щит мне мой не нравится своей долгой перезарядкой. Надо, во-первых, дохера ждать, пока он начнет перезаряжаться. Блять, собираю самогон какому-то алкашу ебучему. Откуда вы взялись? Давайте сюда бухло. Thank you.
Нихера, да? Самогон. Все. Все пару пузырей нахвачу. Хера. Так что там гореть-то перестал? Кислотный автомат. А эти горящие, да? То есть хер они сами будут гореть. Так, куда меня занесло? Мне нужны ваши деньги, самогон и все. Куда меня несет? Говно. Да. Прыгун из меня не очень. Ладно, в жопу.
ёб твою. Курок чувствительный. Что тут не пройти? Ну ёб твою. Хера вы меня тренируете-то в беге туда-сюда. Хуесос, блядь. Этот алкаш к нам обратился, говорит. Я тебя наебал. У меня нет твоей инопланетной херни. Кром ее спиздил. Говорил, нужно было пристрелить сучонка. А СМГ мне выпало в прошлом выпуске, нехеровая. Hellfire, ёптать. Гиена огненная. Херачит огнем неплохо. Согласен. Говно продать. Так, ну если у него нет этой херни, нахера ему несу самогон? Блять. Можно ж его нахер слать тогда. Подпольно барыжить самогоном. Пидор ты. Спасибо за самогон. Кстати, насчет той инопланетной херни. Забавная история. Кром слышал про нее и... Да блять, заткнись. Короче, что-то примерно год назад. Здесь притормозил и дал мне предложение, от которого я не смог отказаться. Ты думаешь, зачем я здесь забаррикадировался? Я не знаю, зачем она ему нужна, но, в общем, спорить было бесполезно. Это был последний раз, когда я ее видел. То есть уже год у него этой херни нет. Так, еще он дает задание. Теперь ему надо... жратвы принести. Собрать банки с мясом скага из Кромовского каньона и принести сюда. В общем, чувак, если тебе нечем особо заняться, можешь принести мне пожрать.
Я говорю о лучшей еде на Пандоре. Консервированном мясе скагов. Есть только проблема. Кром его любит тоже, и он спиздил все мои запасы. В общем, доберись до каньона Крома и спизди это все обратно. Так, и задание по основной сюжетной ветке у нас следующий кусок ключа. Забрать кусок ключа у Крома и вернуть его Танис. Так, ты хочешь эту инопланетную хуйню? Она была спизжена у меня одним охуевшим бандитом, пидорасом по имени Кром. Если ты настолько тупой, чтобы к нему лезть, ты найдешь его на северо-востоке, в каньоне Крома. Просто пиздуй по реке на север. И проследуй мимо какого-то флудлока. Если ты вернешься от него, ты и та баба Танис, в общем, получите, что хотели. А мне все это остопиздило, сказал наш друг-алкаш. Так, насчет этих ключей. Мы один кусок ключа нашли. Уже. По-моему, всего пока один. Правда, Танис говорила, что что-то у нее есть такой, но имела ли она в виду вот этот вот ключ, который она отдала этому долбоебу или нет? Не совсем понятно. Так, ладно, чешем в каньон Крома. Кстати, вход сюда из местности Rust Common East, в который я, по-моему, ни разу не заходил вообще во время этого прохождения. И лучше бы не заходил. Блять, где-то я застрял. Ёб твою мать. Да, вот, я просто, насколько помню, в этой местности Rust Common East просто дохерища заданий. Здесь дохерища заданий, побочек, которые мне до сих пор не дал никто. Так, мне бы добраться до станции. Хотя хера. Тут же должна быть рядышком станция, да? Хорошо, чешем New Heaven.
нас тут побочки, да. Насколько я понял. Так, что хотела-то? Найти доску объявлений как раз в Middle of Nowhere. Это как раз раз Come on East. Да. Так что мы пока повременим с этим Кромовским каньоном. Надо разгрести побочки. Так, ты ничего не хотел? Нет. Тогда на доску объявлений. Так, причем вот эта побочка, она прям здесь, в этой местности, в New Haven. Займемся тогда ей, что ли. В общем, найти, выяснить, что случилось с Шоном Стокли. Так, кто-нибудь может мне помочь? Я пытаюсь найти своего кузена Шона Стокли и его сына Джеда. Оба они живут здесь, в Нью-Хевен. Но они уже неделями не отвечают на мои звонки. Джед был проблемным молодым человеком, и я думаю, он мог податься в бега снова. Шон, должно быть, отправился за ним, и теперь я опасаюсь худшего. Кто-нибудь, пожалуйста, обыщите окрестности Нью-Хевена и выясните, что случилось с моим кузеном. Давайте выясним. Так, чё, блядь, далековато чесать. Где тачка? Так, видим труп и письмена. Труп попадает под описание Шона Стокли. Слово «ривер» было выцарапано что-то на его то ли лбу, то ли груди ножом. В общем, мужик помер, держа записку в своих руках. В записке написано: «Отец, я присоединился к армии Крома, не пытайся идти за мной. Они предложили мне лучшую жизнь, чем ты когда-либо». В общем, они могут мне предложить лучшую жизнь, чем ты когда-либо мог мне предложить. И мое новое имя. Теперь они зовут меня Ривер. Вот такой вот пиздюк у нас. Следующее нам задание сразу же дается. Нужно завалить этого Ривера и сообщить, ну, в общем, новости эти. В общем, кузен или кузина, не знаю, Шона, будет опустошена, тут прям написано, услышав это. Похоже, этот пиздюк Ривер нуждается, блядь, в уроке уважения к старшим. Если он присоединился к людям Крома, он наверняка, в общем, наверняка его можно найти в каньоне Крома. Найди его, охуярь, чтоб он, блядь, и научи его дисциплине. Затем вернись в Нью-Хевен и сообщи о том, что произошло. Вот такая, блядь, у нас местная, сука, молодежь. Как будто, блядь, на улицу вышел. При Сталине такого не было.
Так, ну, в общем-то, это побочка. Ее нужно выполнять опять в каньоне Крома. Там уже поднакопилось три задания, включая основное сюжетное. Мы же пиздруем в Рост Коммон Ист. Сначала там нужно разобраться. У меня, поскольку идет второе прохождение, у меня здесь открыты все вот эти пункты быстрого телепортации, короче. Так, здесь у нас проблема. Доска объявлений не работает. Так, что-нибудь продают. Угу. Разрывной дробовик. Моему персонажу, по сути-то, подходит все разрывное, но с другой стороны, я не иду по ветке. Вот этом бластер. И, в общем, не прокачиваю разрывной дамаг. Такие дела. Так, ты, чувак. Чё за херня? А, мисс Хелена тебя послала, да. Эта доска объявлений не работает уже долго. Хотя хотелось бы, чтоб работала. В общем, помоги ее починить. Так, сейчас почитаем, что за следующее задание. А нам дали классовый модификатор Титан. У меня как раз Титан. Но мой сильно круче. Хотя это для 37 уровня, у меня для 19. Стоит 10 тысяч, 75. 75 и говно. А у меня 10 тысяч и заебись. Вот как так? Как так, блять? Получается в этой игре. Итак, починить доску объявлений. В доске объявлений нет предохранителей. Кто, блядь, вообще в наши дни использует предохранители? Это, сука, проблема. Их трудно достать. Что-то здесь, по-моему, большинство людей их нахер просто выкидывают. А может, здесь и не это имелось в виду. Но, по-моему, большинство людей их нахер выкидывают. Не похоже, что Маркус их продает. Потому что ты не можешь никого убить с помощью их. Такая шутка, похоже. Маркус их не продает, потому что они никого не убивают. В общем, если ты найдешь предохранитель, то, скорее всего, он не будет работать. Если ты найдешь три, то велика вероятность, что хотя бы один из них будет рабочий. В общем, буду признателен, если ты найдешь несколько предохранителей. Куда-то нам.
Так, один нашел. Второй нашел. Слизни ебучие. Где вы есть-то? Блять, откуда вы беретесь? Все, третий есть. Да идите вы нахер. Блять, их еще повылезло. Ни гранаты их не берут, ни хера. Что так и будут вылазить тут. Так, хорошо, я посмотрю, работает ли какой-нибудь из них. Следующее задание. Убить этих насекомых чертовых. В общем, пока я буду заниматься с этими предохранителями и доской объявлений, мне нужна небольшая услуга. В общем, эти насекомые здесь, блядь, шаркаются поблизости. Заебошь, короче, этих жуков. И когда ты закончишь, то, наверное, я уже починю доску объявлений. Ты будешь прикрывать мне спину. Понимаешь, что я имею в виду? Понимаю, не дурак. Одного раздавил. Ой, второго раздавил.
третьего раздавил. Чё они прямо подо мной появляются? Всё. Оно эти не агрится. Ну а раз не агрятся, я их трогать не буду. Hi there. Хорошая работа. В общем, должно пройти немного времени, пока эти насекомые снова появятся. Заткнись, блядь! Предохранители готовы, и доска объявлений снова работает. Так, задание нужно вернуться к Хелене с хорошими новостями. Спасибо, что помог с доской объявлений. Проверь ее, нет ли там работы. В следующий раз, когда будешь в Нью-Хевен, ты должен попросить мисс Хелену или этого мудака-скутера, чтобы они навестили меня. Я бы хотел снова с ними увидеться. Так, у нас три задания в этой местности и, сука, арена. На арену сейчас прям не пойду, потому что, скорее всего, там отгребу неплохо. Поэтому займемся побочками. Так, первая побочка здесь, которая в этой местности. Что-то про религию, которая бандитов. Мы должны положить конец этой новой религии бандитов, которую они создали. Пока они не набрали последователей, и все это не зашло слишком далеко. Я не могу помочь, но... Короче, я заплачу бабла. Я хочу, чтобы ты уничтожил их письмена, на которые они молятся в каждом из их алтарей. Алтари у нас 3 штуки. Едем опять на север. Ух ты, пидорас! Алтарь, на нем письмена. Едем далее. Так, третий алтарь мы тут проедем. Мы тут проедем. Ёб твою мать.
Захерачены письмена. Берем следующую побочку. Надо собрать дробовик. Так, еще побочка. Опять записи Патриши Теннис. Давайте первую запись возьмем. Она тут недалеко. А чё мост не опущен, а? My apologies, traveler, but for your own protection, the area past this bridge has been designated a Class A danger zone. Охуел. My scans show that you may not pass. Perhaps you would like to hear an accurate recounting of the local rocks I have scanned. I find them quite fascinating. See you next time. Пидорас, не пропускает. Говорит, для твоей безопасности тут проезд закрыт. Вместо этого можешь послушать какую-то херню. То ли какой-то скан и скал, который он тут сделал. Да пизды. Я не спала три дня. Я съела 6 жуков в алфавитном порядке. The information I've uncovered from my automated deciphering has me closing in on the location of this event. An event I believe to be the opening of the vault. Echo Recorder and I are not together anymore. But I wish him the best, and we remain friends, so that I can keep recording these messages. He agreed, because we need to complete what we set out to do, and document the intensive search for the mythic vault. It's not a myth. It's real. Так, она сказала, что... Что-то там она все ближе подбирается к разгадке этого хранилища, что да, оно существует. Все такое. Еще она что-то там начала плести, я, конечно, мог неправильно понять. Но, по-моему, когда мы прошлые записки открывали, там она сказала, что она... У нее не с кем больше поговорить, кроме этого записывающего устройства. И вроде как у нее начались отношения с этим записывающим устройством. А сейчас она сказала, что они со своим записывающим устройством вроде как расстались, но они, сука, все равно друзья, и она эту хуйню записывает. Хотелось бы мне в нормальном переводе в игру поиграть, чисто для того, чтобы послушать, что она там пиздит на самом деле. Потому что я не все могу правильно перевести. Некоторые нюансы ее ебанутости могут быть от меня скрыты таким образом. А чтоб баба ебнутая, тут спора нет. Так, следующая запись. Ебаный в рот. Sometimes I wish I had never been given this assignment. It never comes, Pandora. Doll has asked me to leave. The transmission said it's time to go. Everyone has left, except the criminals who they've let loose. They won't be my friends. So I had decided to return to leave as Doll has ordered. But then I found something. I think it is the key to the vault. It proves the vault is real. It is here on Pandora and that it can be mine. I also learned that, by my calculations, we are near the 200th anniversary of the last vault opening. Within half a year, approximately. If I leave now, I will never make it back in time. Stay. Maybe one of the convicts will be my friend. Так, блядь, я опять тут половину прослушал, поскольку отстреливал это говно. Она что-то сказала, корпорация Дахл приказала ей покинуть Пандору, но она, блядь, нашла часть ключа от хранилища и никуда не собирается сваливать. Потому что хранилище вроде как откроется примерно через год, она не успеет вернуться, если сейчас свалит что-то в этом роде.
Так, блять, журнал-то я не взял. Прервалось что-то. Ага. Сегодня мой день рождения. Так, блять, что-то много пиздела. Скала, она уж там от одиночества ёбнулась совсем. Что-то придумала какого-то чувака по имени Лесли, у которого было проблемное детство. И что он охуевал от того, что у него бабье имя, что-то у него была какая-то татуировка. То ли с ее именем, то ли не с ее именем. Блять, пиздец, короче. И в конце еще она что-то сказала, я уже забыл. Day 684. I seem to be unable to leave camp anymore. I've collected all of the information I need to be able to find the vault, but I'm overcome with terror and instantaneous paralyzation upon any attempt to leave my confines. I believe I have some kind of psychosis. Whatever it is, I'm a prisoner of my own jail, and I will not be able to find anything without help from an outside party. I will put out feelers to see if I can get someone on this rock to grant me assistance. Perhaps I can send an off-world message to attract some vault hunters. Some company would be lovely. Так, сказала, что теперь не может покинуть свой лагерь. Она собрала всю нужную информацию о хранилище. В общем, ну что, компания бы ей не помешала, говорит. Я, наверное... межпланетный сигнал подам, чтобы привлечь волт-хантеров, то есть искателей хранилища. Компания, она говорит, ей бы не помешала. Я проснулась снаружи лагеря. Это будет моя последняя запись. Мое записывающее устройство ёбнулось. Что-то, блядь, еще она сказала. Я уже не вникал в это дело. А, ну раз мы здесь, давайте задание сдадим, какие уже выполнили. Так, это про этих бандитов и их религию, дают нам щит. А это записки Танис. Спасибо, что вернул мои записи. Я знаю, что ты их слушал. И теперь я прошу к
Короче, сделай вид, что нихера не слышал. Это личная информация. Так, кэш и опыт нам дают. Да, попродать говна сейчас нужно. Что-то у меня много говна. Так, это для девочки. Эти все мои. Так, это классовый модификатор, я так понял. Как раз он про рукопашку. Я вроде как рукопашника качаю, но у меня классовый модификатор, который нацелен на выживаемость именно. Так, берсерк. А вот, кстати, тоже походу про рукопашку. Это бомбардир. Блин, столько, причем все разные модификаторы. Это Центурион. Кстати, похоже на то, что у меня Титан. Тоже здесь увеличение здоровья и вот эти навыки, которые увеличивают выживаемость. В общем, похож. Так, это рукопашка. Это тоже плюс рукопашка. Берсерк и скримишер. Так, щит, насколько он говёнее моего. Здесь 600, у меня 900. Значит, продаем это в пизду. Да, нормальный щит в этой игре проблема. Так, нужно собрать дробовик. В прошлый раз мы СМГ собирали и дали нам СМГ максимальной редкости аж. Так, минуточку. Тут мосты ведь. Мосты подняты. Мне вот сюда. По-любому там наверху что-то есть. Ну какой? Магазин, да? Выглядит как кислотный. Тут можно ворота открыть. Хотя я помню, в прошлом прохождении было как бы, как только ворота откроешь, повылезет всякого говна. Так, еще одна часть нужна где-то. Так, где она может быть? Вот она лежит, да? Как она из двух кусков тут. Так, все нашли. Открываю ворота. Ёб твою мать, где? Вот здесь. Потому что проезжать здесь все равно придется.
Так, ну-ка, выдайте ко мне дробовик-то. Да попизже. Да, попизже не выдали. Вроде собирал кислотный. Выдали хер знает какой. Так, вот это мне выдали. У меня 183 на 9, а тут 110 на 8. Единственное, у этого скорость атаки большая. Но, сука, большой разброс. Нужно вплотную подходить. Это говно. Это неправильно. Точно 6,7, то есть никакая, бля. Да, дробовик не порадовал. Вот этого точно 62, но это минимальная, наверное, которую можно попадать со средней дистанции. Хоть как-то. Так, вернуться к New Haven. Сообщить этой администраторше, что мы там все починили. Так, минуточку. Ты помог мистеру Джонсу починить доску объявлений. Хорошие новости. Я просто должна навестить этого чувака, когда у меня будет шанс. Снова щит. Нам дают снова он говно. Так, пожалуй, снова сюда вернусь, посмотрю, не появились ли еще задания. Не появились, просто я помню, в этой местности было до хера побочек. А их что-то нет. Я помню про этих бандитов, про их религию. Там было три задания, которые одно за другим шло, а мы только одно выполнили. Возможно, надо продвинуться по сюжету будет. Так, ну что ж, мы, пожалуй, да давайте отправимся в этот Кром Каньон. И тут надо всех размандим. На раз такие дела. Так, у нас здесь задание про еду, про пиздюка, который охуел, это вот здесь вот справа, а сам Кром тогда здесь. Так, и здесь еще робот поломанный. Сейчас мы тут зачистим все к ебеням. Я в голову попал, блядь. Где ты, пидор?
Так, блять, можно мне не трясти все это говно? Жив еще. Пидоры. Ну, пидоры, бля. Так, консервы взяли. Надо было поверху чесать. Ёб вашу мать! Нихера себе дамаг! Меня убил. Пидоры, блять.
Да, блядь, хватит застревать во всей хуйне, блядь. Заебал. Охуенно. Давайте еще гранатами буду в себя попадать. Блядь. Взял задание. Охуенно, блядь. Блять, да чё опять здоровья нет? Что-то это меня берсерк его перестал быть имбой. Всё, бля. Да ты стрелять, блядь, будешь или нет? Чё ж такое тормозное это говно? That must have hurt.
там что-то похую вообще. Наконец-то заметили, что я по ним с гранатомета ебошу. Охуенно. Да бери ты, ёбаный. А, вот он, пидор. Его надо было научить уважению. Пиздюк тупой. Это тебе за Сталина. Какой-то именной автомат. А, это снайперка. Снайперка, но она косая, блядь. Так, чё я хотел? Так, мы нашли жратву, отмудохали пиздюка. И время забрать наш кусок ключа. А, да, очко навыков надо вмандить. Так, думается мне потратить вот еще сюда, в Die Hard. Это Die Hard увеличивает время после того, как меня убили, за которое я могу кого-нибудь отмудохать и воскреснуть. И увеличивает количество здоровья, с которым я воскресаю. Так, дробовик. Дробовик говно. По сравнению с моим. Die Hard мне не увеличивает мой классовый модификатор. Нет. Надо мне было наверх залезть сразу.
Блять, да как мимо-то, ёбаный в рот. Нихуя, да? Меня чем хуярит. Так, вот он, очередной криминальный авторитет. По-моему, он самый легкий из боссов. Он там сидит в своей турели. И можно отсюда турель снести. Кстати, где она, блядь? А, вон она. Все. Мимо, блядь. Мимо, ёптать. Это вот как, блядь? Пистолет Крома. Да ёб твою мать! Инопланетное говно. You found another piece of the key without my help. Or did you? I'm always watching you, friend. Be careful. Others are starting to see their own opportunity. Нашли мы очередной кусок ключа. Блять, бабища неведомая с нами заговорила. Ты нашел очередной кусок ключа без моей помощи? Я, блять, всегда за тобой слежу.
Что за снайперку мне там дали? И что это за говно? 260 на 8. Он что, как дробовик работает? Да, блядь, как охуенно странный дробовик. Два заряда, потом блядь, два выстрела, потом перезарядка полчаса, да? Вот в кого так можно попасть-то, блядь? Снайперка взрывная. У нее разброс побольше и скорость стрельбы поменьше. Что-то еще трясет, блять. После бега его трясет. Блять, тоже три патрона. Сначала в New Haven сходим. Так, пиздюка. Джет присоединился к бандитам, взял имя Ривер и убил своего собственного отца. Затем ты убил Джеда. Ясно. Все это еще более печально, чем я предполагал. Или предполагала. Я, сука, в шоке. Вот твоя награда. И немного сверху за беспокойство. Я думаю, все это к лучшему. Но, пожалуйста, никогда больше не связывайся со мной. Не контач. Да хуй с тобой. Так, я думаю, вот этот Танатос можно продать. По-моему, вот этот кромовский по всем параметрам пизже. Электрический. Так, это продать 94,3. Нахуй. Да и мою снайперку вот эту можно продать этому пизду.
надену-ка я вот эту. Так, дальше задание про жратву идем сдавать. Какой-то и страшный. What you want? На жратву. Так, с охуеванием. На лице Эрл начал что-то жрать. Что-то открыл, взял ложку и начал, блядь, просто уничтожать эту жратву холодной. Он, блядь, очевидно, вообще забыл, что ты здесь. Поэтому ничего он нам не сказал в ответ. Просто начал охуевая жрать. Ну что ж, кэш и опыт мы получили. И идем относить следующую часть ключа. О, нихера себе, что я тут пропустил. Огненный артефакт и взрывной дробовик. Вы смотрите, какой охуенный дробовик. Конечно, урон у него поменьше, чем у моего, с одной стороны, но с другой стороны он взрывной. То есть урон еще от взрыва. Большая скорость стрельбы. Емкость у моего 6, у этого 9. Давайте попробуем. И точность неплохая, даже выше, чем у моего. Быстро можно стрелять. И много. Вот это реальный дробовик. Давайте попробуем с ним походить. Мне прям интересно. Ну вот, по ощущениям посмотрим. Ехать тут, я помню, недалеко. Так, артефакт был, да? Не могу использовать. Значит, у меня такой уже есть. Разъебал всех гранатой в итоге. Так, ну что он не станет-то, блядь? Пока непонятно. Ёб твою мать.
Здорово. Этот артефакт подходит к тому, что ты принес мне до этого, как кусочек пазла. Я видела... Да блять, заткнитесь. Я видела другие ридианские артефакты, которые работают как эти. Да блять, заткни ты ебало-то наконец. Похоже, эти инопланетяне в натуре любят пазлы. Сильно любят пазлы. Как только эти куски будут собраны вместе, объект активируется. Ты должен найти еще части, подобные этому, чтобы мы смогли их соединить вместе. Дает следующее задание. Найти какого-то Тейлора Коба. Это основная сюжетная ветка. Так, у нас осталось... Побочка в виде арены. И робот сказал еще дохера заданий у всех. Да бля. Как так-то? Она сказала, ты убил этого урода. И я попросила Хелену Пир, чтобы она отдала тебе, в общем, класс А доступа. Но она отказалась. Так что я... Она сказала, что спиздила... что-то от робота спиздила. Чтобы мы... Чтобы я все-таки смог там куда-то пройти в новую местность. Такие дела. Так, у этой Хелены Пирс есть еще задание для нас. Да. Апартамент это не очень у нее. Ни пиздатого кресла. Ни секретаря с большим членом. Который бы чай подносил особо бодро. Да заткни ты ебало! Я уже здесь. Так, два задания она дала, потом почитаем. Еще задание нужно взять. Вот здесь нужно взять. Да, здесь есть задание. А вот продолжение с этими, блядь, бандитами. Так, у нас Frost Common East на самом деле продолжается. Основная сюжетная ветка, еще куча побочек. Вот я понял, что здесь побочек больше. Дальше в Old Heaven. Побочка. И все-таки давайте доедем, наверное, сейчас до этого, до арены. Попробуем хотя бы пару раундов пройти. Don't be shy now. Come on. Catch you roll.
все дома, блядь. По ощущениям дома хуже. Чуть взрывной, главное, не работает. Почти. Там же X3. Блять, X3 же должен почти каждый хуярить. Почти каждый выстрел должен разрывным ебошить. А, вот эти можно еще покупать, да? Шотган. Револьвер. Я, по-моему, все куплю, нет? Так, гранатомет, гранаты. Автомат, снайперка. Все, все купил, денег нет. Так, думаешь, сможешь выдержать против моих людей? Ну, в общем, типичный пиздеж. Первый раунд начинаем, блять. Пидорасы. Сейчас вас всех заебошу. Блять, а где здоровые? Завалили. Дал в награду щит, который говно. Нормального тоже ничего не продается. Так, артефакт продать, щит продать. На второй раунд, сука, зайти. Блять, надо было патроны для гранатомета купить, что-то мало. А вот и здоровые, блять.
блять, их три. Нет, дробовик дамажит хуёво. Так, вот по мне кто хуярил. С дробовика особо знатно. Дробовика надо вплотную подходить. Что-то хотел, блядь. Он все равно дамажит нихуево. Пидоры, блять. Так, так, так. Я чую, буду пробовать третий раунд сейчас. Ибо хера. Пожалуй. Пожалуй. Вот это СМГ попробую. Мне нужны мне гранаты, ворующие здоровье. Так, в подарок классовый модификатор Центурион, который говно. Мы продаем. Так, пробуем третий раунд. Давайте, пидорасы. Блять. Че, пустоту ебошу.
Блять, можно меня со всех сторон хотя бы не хуярить? Заныкаться чуть-чуть. Ебать, что тут выпало. Автомат максимальной редкости. Light Revolution, да? По параметрам весьма неплох. С непонятным свойством. Пушки революции никогда не замолкают. Но вы гляньте. С виду ничего такого. Автомат, блять, как автомат. Кислотная СМГ. У меня есть ведь кислотная СМГ. Есть. 35, 85, 10, 3. Блять, возьму это. Все равно, хотя уверен, пользоваться ей не придется. Что ж это, блядь, за автомат такой? Ну, скажу я, косоват он, конечно. Ладно, оставим его. Так, дают нам в награду гранатомет. Блин, с одним зарядом в обойме. Не, понимаю, в домах нехеровый, но, блядь, но. Я вот этим огненным дамагом хотя бы начисляю неплохо. Так, ну чё, ладно, давайте продавать. Так, гранатомет. Один заряд, два заряда.
в обойме. Это два заряда в обойме, но скорость стрельбы такая, что, по-моему, проще его перезарядить. Все-таки 1100-1300, да. Он, блядь, перезарядить все-таки быстрее, чем вот эти 0.4 ждать. Вернее, 0.3. 0.3 это вообще пиздец. Ладно. Так, ну что, вот это сначала посмотрю, как он вообще стреляет-то. Да, выстрелил, перезарядил. Ладно, я попробую с ним походить, потом продам. Продать всегда успею. Что мне реально надо, так это кислотный человеческий дробовик, который мне пригодится. Ну что ж, вваливаем очко навыка куда-нибудь. Наверное. Так, валюк я еще в эту Sting Like a Bee. Я так и не совсем понял, что она делает. И в чем мне прикол. Дайте еще очко валю. Может, будет понятней. Dash Distance. В общем, удар в состоянии берсерка двигает вас вперед и пидорит ваших врагов. А здесь продвижение вперед 8 футов. Ну, окей, ладно. Короче, ну чё тогда, получается, на сегодня мы заканчиваем. В следующем видео будем вот это разруливать все дело. Ну а на сегодня все тогда. Всем спасибо за просмотр.